29 июня в парке Фэмили провели митинг-протест «Молодежь против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. По статистике, в последние годы наркомания молодеет, а препараты становятся все более опаснее. С первых доз начинается привыкание, при этом наносится колоссальный вред здоровью. Присутствующий на мероприятии первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов отметил, что профилактические проекты, программы, лекции – все это направлено для привития у молодежи позиции отказа от пагубных привычек. Я обращаюсь и к молодежи, и к старшему поколению горожан, чтобы делали все, чтобы всю работу направлено против этой пагубного явления, которое называется наркомания, что в Республике Дагестан, что по России, что по миру. Это зло, которое надо искоренять любым методом. Опасность для человека, чаще молодого, кроется в том, что из-за разового желания и любопытства человек становится рабом наркотиков. Организаторами мероприятия является отдел по физической культуре и спорту, отдел по делам молодежи и туризму, а также управление культуры. От лица присутствующих активистов волонтерского движения выступил заместитель руководителя школы блогеров Хасавюрта Расул Гаджиев. Выступая от лица молодежи, отрадно сегодня, что наше подрастающее поколение города студенческая молодежь Хасавюрта ведет активную борьбу против наркомании. Это замечается не только в Хасавюрте, по всей республике. Хотел бы также обратиться к горожанам, чтобы относились с пониманием и с поддержкой. Сегодня необходимостью является эта поддержка горожан. Без вашей поддержки мы не можем провести эту работу. В связи со знаменательной датой для детей из реабилитационных центров города и района провели фестиваль детского спорта, где для маленьких участников была разработана специальная программа спортивных состязаний в трех видах спорта. Челночный бег, метание набивного мяча и прыжки в длину. В план проведения мероприятия был включен концерт, организованный управлением культуры, где участие приняли артисты Дворца культуры «Спартак». Для присутствующих на мероприятии гостей были исполнены национальные зажигательные песни. Активистами молодежного корпуса «Чистая планета» была проведена раздача мороженого. Цель проводимых мероприятий с участием молодежи и подрастающего поколения – это пропаганда здорового образа жизни, отметили организаторы. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».